Эта аллея – главная пешеходная зона деревни Огуднево. С просьбой привести в порядок самое посещаемое общественное пространство населенного пункта местные жители обратились к главе округа Андрею Булгакову. Руководитель муниципалитета провел здесь совещание в формате выездной администрации. Пожелание такое, чтобы возродить эту пешеходную зону, чтобы она обратно же стала визитной карточкой, так как она была. По словам главы, в скором времени здесь планируется обновить неисправные фонари уличного освещения, плитку и другие элементы. Вопросы благоустройства оказались одними из самых важных для местных жителей. Например, в соседнем селе Душоново, которое относится к Огуднивскому территориальному отделу, актуальна тема устройства спортивной площадки. Очень хотим выразить вам благодарность, Андрей Алексеевич, за площадку, за игровой комплекс, который поставили совсем недавно в селе Душоново. Он первый в нашем селе долгожданный. Небольшая просьба сделать нам спортивную площадку для молодежи и для людей старшего поколения. Очень хочется играть в баскетбол, волейбол. Вопрос строительства такой площадки руководитель муниципалитета пообещал рассмотреть. Возможно, уже в следующем году она появится в Душонове. Также обсудили тему организации пешеходной дорожки от сельского магазина до памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Народная тропа будет в этом году. Работы запланировано выполнить до конца октября. Не только тема устройства пешеходных дорожек, но и автомобильных дорог волнует жителей. Вдоль земельных участков, выделенных многодетным семьям, а именно на улицах Озерная и Лесная, запланировано обустройство дорожного полотна. Пройдет оно в два этапа. Работы начнутся уже в этом году и продолжатся в следующем.